Всем привет, ребята! И вы снова на канале Супер Канал Гордея. Ставьте лайки, если ждали нового видео. Сегодня я, конечно, решил покомментировать, а то давно я не комментировал видео, так как теперь я видео буду выкладывать без комментариев, но иногда буду выкладывать с комментариями, и в метро больше не буду комментировать, но иногда можно покомментировать. Правда, ребят? Ну что, сегодня мы продолжаем играть в игру «Смешарики. Сладкая жизнь». Нажимаем. Смотрите, игра запустилась, осталось только дождаться кнопки «Играть». Видите, ее нет. Сладкая жизнь. О, уже загрузилась. Нажимаем «Играть». Как вы помните, вчера мы прошли ровно 4 уровня этого приключения. Сегодня пройдем еще 4. Ну что, нажимаем на 5 уровень. Интересно, что же там? Верни цвета. Каркарыч взялся снимать видео праздника, но что-то пошло не так. Помоги вернуть друзьям правильные цвета и восстановить видео. Ах, да, Каркарыч собрался снять видео, но в нем произошел сбой, и что-то не так пошло. Надо восстановить видео. Ага, значит, цвета нужно вернуть. Ну давайте возвращать быстрее, время ограничено. И последний. Класс! Ну, прости, ребята, быстрее не получилось. Отлично! Ты помог Каркарычу установить видео. И теперь празднику ничего не угрожает. Ну что, давайте узнавать, что же дальше. А где Пин? Пингвин Пин незаметно улизнул из-за стола и отправился в свою мастерскую. Передвигая фрагменты картинки, собери дорожку, чтобы помочь Пину дойти до дома и узнать, что же он там забыл. Ну что, давайте, быстренько, а то там можно легко потерять звезду. Ну что ж, нажимаем старт. Вы готовы? Пишите в комментариях «да». Чем больше комментариев набирать, тем быстрее Пин доберется до дома. Старт! Ну и сложно. Давайте же перезапускать. А где Пин? Пингвин Пин? В этот раз давайте побыстрее, ребят. Ну, наконец-то! Спасибо, ребята, ваши комментарии помогли! Отлично! Ты помог Пину быстро добраться до мастерской! И сейчас мы узнаем причину его загадочного исчезновения. Мне понадобилось всего 5 секунд. Продолжаем. Что же еще? И снова от картинки отвалились кусочки. Скорее вставь их на место, чтобы узнать, что же приключилось дальше. Ну давайте узнаем. Только для этого нужно собрать картинку. Можно тут напортачили.
Даже непонятно, куда поставить, да, ребят? Если да, ставьте лайк. Если нет, пишите в комментариях. Осталось два кусочка. Готово! Отлично! Картинка собрана. Молодец! Ну, к сожалению, только так. Давайте продолжать. Но сегодня будет последний. Подарок Пина. Ну, надо же! Гениальный пингвин Пин собрал в подарок Нюше какую-то удивительную машину. Помоги ему побыстрее закончить сборку, чтобы успеть вручить подарок до конца праздника. Ну давайте, ребята, узнаем, что это за подарок. Машина собрана, и теперь ее можно торжественно вручить в подарок Нюше. Ну что, давайте на этом заканчивать. Выходим из игры. Ты уже уходишь? Я уже ушел? Ну и все, ребят, и на этом наша история заканчивается. Всем пока-пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. И пишите еще комментарии, играли вы когда-то в эту игру или нет. В следующей серии я почитаю с удовольствием. Но на этом наша история заканчивается. До встречи на канале Суперканал Гордей, и всем пока.